Всем привет! Очередной обмен душ. Вот очень сомневаюсь, кого брать, Черного Рыцаря или Лепиоту. Но в конце подумал, что у меня для вывода Лепиоты на четвертую лычку ничего нет. Для вывода Рыцаря у меня есть. Лорд Локи у меня имеется, Мама Севера есть. Сив не рассматривал как героя достойного в обмен на 20 других пятерок. Здесь, конечно, еще вот Повелительница Озера была, но она только для быстрых войн. Вот, хочу взять Черного Рыцаря и пошли инвестировать. Вот. Так. И вот теперь самое, наверное, больное. Закончились пятерки, дубликаты. И нужно еще две карты вложить. Это вот выбор между Мастером Лепусом, Мамой Севера и Зайкой-убивайкой. Мама Севера, у меня их три штуки, поэтому я одну пожертвую. А вот Зайка-убивайка и Мастер Лепус. Одна убивайка у меня уже прокачана. И у меня Лепус. Давайте я, наверное, отдам Зайку-убивайку, а оставлю двух Лепусов себе. Вот так вот. Ну, смотрите сами. Мое решение, можете сказать, прав я или нет, но я делаю вот так. И забираю Черного Рыцаря. Да, согласен. Да. Вот. Такой вот обмен я совершил. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал. Увидимся на следующих видео. Пока-пока.